Всем доброго времени суток, друзья. В общем, такая проблема. Значит, у нас птенчик, самец или самочка, мы еще не знаем. И последние несколько дней наш самец, отец, начал вырывать, посмотрите, что сделал. Начал вырывать шею и хохолок вырвал. Вот, сидит, сидит, ни с того ни с сего рвет. Вот такая проблема. Я не знаю, что это. Мы уже читали в интернете. Может, ему каких-то элементов там не хватает. Ну, вроде я все даю. Мы с ним. Несколько лет назад он вообще у нас первый. Я его взял ну, птенцом тоже. Он чуть подрос. Мы ему взяли самочку Зару. Альбино. Называется порода Карел Альбино. Вот. Он ее тоже начал вырывать. Вырвал полностью. Хохолка вообще не было. Она... Ну, не такая, конечно, лысая была, но вырвала. А потом мы уже думали пересаживать ее, отсаживать от него. А потом он резко перестал вырывать. Я думаю, чем уже он думает, что он доминант такой, доминирующий, я не знаю. Он такой собственник, скажи, Ну, Света. скорее всего. Вот, например, подходишь к клетке, зовешь, типа, Зарочка, Зара идет. Он бежит, Бежит. спотыкается поперед нее, чтоб только его, чтоб никто, кроме, чтоб внимание все ему было. Может, поэтому он вырывает, но кормит он его. Вот птенчик, когда сидит возле самки, возле Зары, и когда хочет кушать, ни к Заре не лезет, а кричит к отцу, корми его. Он его кормит, все, но и вырывает, посмотрите. На последние 3 дня, я утром еще сегодня уходил, у него хохолок был. Бедная дитинка. Уже ничего нет. А Мне он сам жалко на берет него и смотреть. подставляет к нему голову, да, что А, самое он берет, интересное. подставляет на голову, а этот и вырывает. Что это такое? Может, у кого-то было такое? Посоветуйте, Аж кто. сердце крается. Да, мне жалко на него смотреть. У меня есть клеточка маленькая. Когда-то у меня волнистик был. Я тебя завтра, бля, пересажу в Да, и мы клеточку. хотим их Чтобы главное, разделить. чтобы самка его кормила, потому что он еще толком сам особо не ест. Что-то там пытался, я видел. Есть я, и мне яичко сегодня давал у него. Вот. Пересажу завтра и будешь сидеть сам, скотина. Зачем ты его рвешь? Посмотрите, какой сам красавчик. Это же может, чтобы никто, кроме него, не был красавчик. Так оно Да, вырывает, может, я думаю, я не знаю. требует очень много внимания к И Зара, себе. за 3 Зары бежит. Бывает, позовешь Зарочка, Зарочка, подбегает и пихает ее, Да, чтоб выбегает его на первый первого на план, первом да. месте, чтобы наш он был. Ну, и вот это последние 3 дня. Он вылез из гнезда уже 1,5 недели. Не было такого, не делает. Он может уже чувствует, как бы, если это самец, что конкурент, типа, может, как-то. Я не знаю. Может, так, может. Напишите, кто знает. Короче, мы посмотрели, почитали, Да. очень много мнений, очень много разных вот предположений. Но, может быть, кто-то с этой проблемой именно Да. справлялся. Нам будет интересно почитать, потому что очень жалко дитинку. Ну, мы в любом случае сейчас пока рассадим, малого с мамой Да. посадим. А Арчик Еще и будет, зима, ему да, холодно, Арчик знаете. будет отдельно в клеточке сидеть. Хай посидит, подумает. Так оно ж будет орать. Он же, это ж такие карелы вообще, они крикливые. Но вот это вот ему, если что-то надо, он сидит и ритмично орет. Ритмично, знаете, как капля воды капает. Одинаково. Пока не добьется Пока не своего. добьется своего. И хер поймешь, что он хочет. И когда угадываешь, перестает кричать. Вот очень они же внимания требуют. Он такой, надо, чтобы постоянно он в курсе всех событий был, чтобы он в гуще вот тут у нас был, чтобы он все видел, чтобы он все Главный. знал. Главный. Да, главный в семье. А Вот такие. Маркуша страдает, кричит Да. целый день. Вот такая Когда он его проблема, дергает, друзья. Мне просто больно на него смотреть. Кто может знать, напишите, пожалуйста. Спасибо за внимание. Был рад с вами пообщаться. ставим лайки.